Уже больше полугода активисты все ходят и проверяют магазины и другие общественные места города. Интересуют проверяющих, как соблюдается масочный режим. Капризам санбезопасности, к слову, горожане до сих пор не привыкли. Сюжет, который способен удивить, следующий в нашем эфире. Девушка, маску оденьте, пожалуйста. Согласно доброй традиции, масок у посетителей нет в магазине, а средствах элементарной санбезопасности они вспоминают только, когда продавцы или руководство магазина делают им замечания. Сегодня активисты работают в одиночку, проверяют магазины. Я не болею, я здоровый человек. Поэтому не носите маски? Нет. Носить маски и перчатки в магазинах, общественном транспорте – мера рекомендована из-за неутихающей пандемии. Есть правила не только для горожан, но и для магазинов. Например, разметки социальной дистанции, предупредительные объявления и антисептики. Очередной объезд не может не удивлять, ведь несмотря на то, что прошло столько времени, многие новорингойцы по-прежнему отказываются носить хотя бы маски. Очень часто, особенно вечером, это вахтовики. Они не соблюдают, они отказываются, они спорят, они ругаются с покупателями, ну и с продавцами. Вот, видите? Вот. Да. У нас есть бесплатные маски, мы раздаем маски на кассе, даем, но они все равно отказываются. В большинстве случаев люди, конечно, понимают ситуацию и воспринимают все правильно, как бы исправляют свои какие-то недочеты, которые бывают. Но бывают и случаи, где, к сожалению, все остается на прежнем уровне. И вот когда такие нарушения повторяются в одних и тех же объектах, тогда уже мы передаем информацию в другие органы для дальнейшего принятия мер. В Новом Уренгое уже составлены несколько протоколов в адрес злостных нарушителей санитарных мер. Общественники свои рейды продолжают каждый день. Лала Гасанова, Денис Галкин, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.